Так, ребята, Black Dragons против BIG Equipa. Карта Нюк, Best of 1. Для вас сегодня работают Юшин и Манка. Давайте смотреть. По составам, что тут сказать по составам? Ну, зайдите на ShowTV, посмотрите. Бразильцы, ну, точнее, девушки из Бразилии, да, против девушек из Испании. И за BIG еще играют у нас португальки. Или португалки. Ну, в общем, да. Полетели Нани. Два минуса оформляют вместе с Годдес. И остается только Дженни. Так, заметила. Соперника на девятке. Так, ну, бомба лежит, да, мы видим, под Black Dragons. И Нани уже начинает понимать, что... Вряд ли тут уже кто-то есть на улице. Так, ну что ж, попытается Дженни здесь разыграть, конечно, но 40 секунд есть на таймере, но этого слишком мало для того, чтобы выиграть клатч 1 в 3. Времени все меньше и меньше, соперники не подставляются. И Янгер четким хедшотом забирает последнего игрока команды Биг. Ну и 1-0 пистолеточка за Black Dragons. А ты промотала на 2x? Не. Не? Понятно. Не. Ну, видим, скаут покупает Янгер, 3 МПшки, МК у Годдес. Ну, у BIG фулл эко. Там по 250 только у Аиды есть. Ну что, в пятером будут пытаться ворвать на рампу, и это, по идее, должна быть просто халявная фармильня для Джулии. Джулия дает один минус, Годдес два, но и тут же разменивает, ну и Джулия в итоге с пистолета забирает двух оставшихся игроков. 2-0, потеряли лишь одну эмку, в принципе, неплохо. Ну что ж, байраунд от Big Equipa. Посмотрим, что девчонки смогут показать. Для них бонусом, конечно же, является то, что у их соперниц три фармилки осталось. Возможно, сейчас какую-то агрессию в лобби будут демонстрировать. Угу. У нас, кстати, на это можно будет подловить. В предыдущем матче была Джулия. В этом Джулия. Да-да-да. Здесь еще мне нравится у Биг Эйди и Эйда. Угу. И у них, кстати, одинаковые имена у этих двух девочек. Жесть. Так, ну, Годдес. Под флешечку. Ой-ой-ой-ой-ой, не пошла стрельба у Годдес. А вот и первый минус. Угу. Уже неплохо. Уже шансы на взятие раунда для Биг увеличиваются, учитывая девайсы в руках Black Dragons. Ну, посмотрим, куда же они все-таки направят свой вектор атаки. Судя по игроку на крыше, это будет выход по точку А. Хотя Дженни Эр здесь... пыталась сыграть улицу. Янгер ее за это наказала. А, не и полетела. Обидный промах по второму. Так, там Динха убивает Таиду. Падает Эйди. Зана. Минус Нани. И... Ой-ой-ой, Джули, что происходит на карте? Третий раунд для Black Dragons. Интересный раунд. Очень интересный раунд в исполнении Биг. Ну да, действительно, у девочек были шансы на взятие первого Б-раунда для себя, но... Мне показалось, там с флагом Украины. Да, мне тоже так показалось. Потому что так приятно стало на душе. Это флаг Бразилии. Ну что ж, 3-0, экономика заканчивается у Биг. Мы видим в их арсенале Дигла и Пешечка. Ну и потенциально четвертый для Black Dragons. Сейчас посмотрим, куда у нас девочки направляются. Хотят четвером под мейн побежать. Так, Янгер. Хорошая флешечка. Промах. Забирает все-таки Эйди. Никто здесь по ней не попадает. 39 хп у нее. Ну, ангар.
Забирает, забирает. Все хорошо. 2 в 5. Есть инфа по двум оставшимся игрокам. Сейчас просто будут загонять. Оп, ранбустик. Так, а Янгер не заметила. Майнд геймс, неплохо. А, гадость должна была слышать, но гейм, шикарный хедшот. Так, присела. Янгер, четко, четко, четко. 4-0. Не смогли особо неприятностей никаких доставить BIG в этом раунде. Но сейчас у них есть АВП у Заны, 4 калаша. Ну и Янгер 7-0. Сможет ли ее кто-нибудь остановить? Да, смогут, конечно. Это атака на нюке. Что поделать. Ну, кстати, Биг играли, я комментировала их игру против Na'Vi Javelins. Na'Vi тогда пикнули нюк. И Квипа взяли в атаке 3 раунда. Но потом в защите взяли 11. И почти закомбэчили. Так что защита у этих девчонок сильная. Посмотрим, что они нам покажут в первой половине. От этого, конечно же, все и зависит. Мы видим, что Годес и Нани здесь делают... Два легких энтрифрага, Йонгер врывается в минус по Зане, наконец-то его наказывают за репик. Но 2 в 4 все еще недостаточно опций у команды Биг. Эйди здесь дает размен. 1 в 3, смотрим. Не, не дают ей сыграть. 5-0 и задушили здесь практически своей агрессией девочки из Бразилии. Отлично сыграли, Биг были к этому не готовы. Так, ну у нас тактическая пауза, судя по всему. По-моему, да. Но, кстати говоря, на прошлой игре там был счет 16-2, и команда, которая проиграла, Mind Freak, они ни разу не взяли тактической паузы. Нет, брали. Брали? Да, в первой половине они две тактические точно брали, я помню. Хм. Но потом как-то смирились и перестали. Ну ладно. Ну и Квипа это представители европейского региона, конечно, команда уже более серьезная, да и Black Dragons наравне с Фурией доминируют в Южной Америке. Так что игра обещает быть насыщенной. Если, конечно, не учитывая то, что начало у Биг не задалось. Но сейчас будут отыгрывать экономически 2 кабай. Есть гранатки, есть пистолеты, возможно. Кстати, бывает часто такое, что команда не может нащупать игру за атаку, а потом с пистолетами куда-то быстро врывается, или в секрет, или в а, куда-то еще, и забирает первый раунд для себя. Так, здесь агрессия на агрессию, Янгер дает минус по Эдди, D7 ее забирает. Янгер дает еще второй минус, репикает, как Боже. Же она репикает. Не, по-моему, ей надо фурию. Ладно, там сейфи хорош как бы тоже, но, боже, она почти не промахивается. Да, Янгер. Кажется, в ударе 11-1. КД 11, подумаешь. 6 раундов, конечно, мы только посмотрели. Дальше увидим, сможет ли ее установить кто-то из игроков Биг. Ну что ж, очередной бай. И сейчас уже точно нужно браться. Угу. Девчонкам из Португалии, потому что выход на 7-0, 8-0 это очень-очень печально. Янгер пикает улицу, но сюда пока что только летят гранаты, открываться никто не собирается, флешечка. Янгер все-таки отошла. Ну, мы видим, что беги особо не торопятся, на улицу никого не запускали, и, кстати, это просто выход под точку. А, здесь молики все собирают, Эдди, ай-яй-яй, не потушился. А тиммейты остались сзади, и вот и захлебнулся выход бегов. Они уже находятся 3 в 5. На довольно раннем тайминге. Ай, Нани здесь могли подловить, но всего лишь 15 хп ей оставляют. Еще Дина также на лоу хп. Ну, могут побороться, конечно, беги в такой ситуации. Два красных игрока. Здесь Дженни зашла шикарно в спину, забирает опорника рампы. Ну и проход на бэплент открыт. Ну, все равно, 3 в 4. Преимуществом это не назовешь. А
от слова совсем. Ну да, бомба устанавливается, под Б стягиваются Дина и Годес. Ну, на самом деле шансы очень хорошие. Тут у BIG, да, минус Годес, там у Динхи 14 хп, у Нани 15. Я бы уже шел на сейв, честно говоря. Так, Зана дает второй минус, Т7. Платилось немножко за свою агрессию, но Зана 3 фрага она оформляет в этом раунде. Сейчас еще и Янгер может забрать. Он уже играет на бомбу. Да, все-таки четвертый дает она в этом раунде. Великолепная игра от нее. Ну, молодцы, беги, наконец-то показали стержень, смогли разрулить ситуацию 3 в 5, крайне неприятную для себя. Ну, главное, чтобы на этом все не закончилось. Сейчас очень важно взять какую-то серию раундов, вывести своих соперниц на экономический раунд. Посмотрим, справится ли с этой задачей Биг. Ну и мы видим, что последние деньги сейчас у Black Dragons. Там 2000 есть у Нани, но мало на что повлияет, если они проиграют этот раунд. Так, и один дым всего лишь остается у BIG. Под стенку на улице так никто и не прошел. Джерри нашла еще смачок. Нормально. С чем на плент выйти, в случае чего. Так, ну вчетвером беги здесь находится под рампой. Джули в соло. Там, конечно, Годдес еще гуляет в пунктах. Джули не дает ни одного минуса. Зана здесь очень жестко пикнула. Янгер! Полетела в молотов. Куда? Непонятно зачем. И Аида ее за это наказывает. Ну вот уже 4 в 2. Цепочка разменов произошла. 4 в 2 беги находится. Аида демонстрирует чудеса стрельбы, забирает еще и Динью, и Нани остается в соло. Но это сейф. Сейф эмочки. Она в следующем раунде очень пригодится девчонкам из Black Dragons. Потому что по экономике уже не все так хорошо, как было на старте игры. В чате пишут, что Эйди 31. Да, да. Ого. Ну, ничего, Керриган в 32 мажор первый взял. Ну, да, да. Ну, вот он второй для BIG. Ну и сейчас все шансы есть на то, чтобы взять и третий раунд. Посмотрим, что там по закупу у Black Dragons. 2К с засейвленной М-кой. Но если Нани здесь не сотворит каких-то чудес, то это потенциально третий для бегов. Посмотрим еще, как девчонки отыграют. Они должны быть уведомлены о том, что у их соперниц не самая лучшая экономика. D7 здесь аккуратно прочекивает улицу. А именно здесь и агрессия со стороны Black Dragons. Но никто никого не заметил, хотя вот Нани увидела D7. Стоит. Не отходит. Так, но здесь уже ее будут загонять. Есть по ней информация. И кажется, все очень печально выглядит для Нани. 20 хп ей оставляют. А где саппорт от тиммейтов? Ага, там стоит саппорт впереди. Стенку смотрит. Но в итоге D7... забирает единственную эмочку у Black Dragons. 4 в 5. Да, ну и дела, ну и дела. Так, ну при счете 6-0, я думал, у нас тут сейчас будет повторение предыдущего матча, но... слава богу, BIG доказывает, что... нет, этого не произойдет. Падает Динья. Остается 3 пешки. Моя ставка на то, что здесь потенциально и допы могут быть. Допы? Да. О, как допы. Хочешь, как хочешь.
Посмотрим, сколько беги заберут в атаке, и как себя потом Black Dragons покажут. Там основной вопрос. Янгер тем временем забирает Зану. И D7. Так. Не, ну раунд она, конечно, вряд ли заберет. Но калашик и там минус два красная фрага. Аида. Да, Аида не подставляется. Янгер понимает, что шансов у нее крайне мало, и отходит на сейф калашик. А это все же третий для биг. Ну, вот эти вот два минуса, конечно, были лишними, особенно для D7, который $1500. Но сейчас экономика у атаки нарастает, и, в принципе, это не проблема. Так, сейчас должен быть бай. И бай, и пауза. Кстати, смотри, тут, по-моему, там тренер да, девушка да, была. Да, действительно, интересно. Так, кто это? Ага, нету на Хэл ТВ. Почему-то. Очень жаль. И потом добавят. Вульфа тоже долго не было на Хэл ТВ. Появился. Так, какая-то техническая пауза. Так, хочу узнать причину. И я ее не узнаю. Ладно. Хорошо. Печально. Ну, ждем. Девочки активно в чате общаются. Там проблемы с компьютером. На самом деле там любая проблема вообще могла случиться. Ну да. Да, темп сбивают для бегов. Все это, они взяли 3 раунда подряд. Не годится. Ну, на самом деле, в этом матче букмекеры вообще не верят в Black Dragons, я так смотрю. На них изначально давали коэффициент 4. Угу. Вот так Основываясь вот. на чем вопрос? Ну, регион, в первую очередь. Ну, Да, слушай. это тоже решает. Тот же регион, который у Фурии, у Империал. Ну, да, но Фурия и Империал как бы больше возможность ездить для того, чтобы тренироваться в Европе, там на буткемпы ездить. И так далее. Все-таки в женском киберспорте не так много денег пока что, к сожалению. Так, нам тут зрители показывают. Может, это и не зрители. Какие-то важные люди. Ну, каждый зритель по-своему важен. Однозначно. Касаемо счета еще беги, вот этот конкретно женский состав, это королевы камбэков. Ага. Известны. Ну, в Девчонки, чате как которые раз очень любят пишут, камбэкать. Что BIG собрались и больше 10 раундов теперь Black Dragons не возьмут. Посмотрим. Я помню, мы как-то с командой против них играли и вели 15-7 в итоге. Против кого? Против Экипипы. Ага. 15-7 вели и проиграли игру в итоге. Mm. Это девчонки, если собираются, то они способны на многое. Я... Насколько важный это был матч? Это тот, на котором... Это был важный матч, я так понял. Скажу. Ну, кстати, скорее всего, это первый лан-турнир девочек из Биг.
А вот про Black Dragons не знаю. На Apple TV, по-моему, даже матчи. Я сейчас, конечно, посмотрю. Да, это их первый у матч них матчи... на Apple TV. Не-не-не, это организация просто. Их же подписали Беги после того, как они вышли на LAN Final Dallas. А, как они назывались? Да, Эквипа, так и назывались. А, просто Эквипа. Да-да. Я понял. У них были игры на HLTV. Хорошо, извиняюсь. Они тоже давно вместе играют. У них налажен тимплей, налажена коммуникация. Довольно хорошая команда. Интересно, как они себя покажут на столь крупном турнире. Это все для них в новинку. Я помню, когда они обыграли Na'Vi и вышли на турнир. Все девочки просто впятером сидели, и на веб-камерах было видно, как они рыдают от счастья. Так что это крайне важный турнир для них, и, естественно, они хотят показать свой максимум. Кстати, обрати внимание, тут такие же наушники уже используются, как и на мейджоре предыдущем. Да, да. Новое поколение шумоизоляции. Я бы, конечно, сказал, кто это, но я по никам их пока не сопоставляю с внешностью. Так, ну, судя по HLTV, там проблемы с сервером. Угу. О, проблем больше нет. О, все, мы снова в игре. Великолепно. Так, ну что, темп сбили. Посмотрим, как беги смогут с этим справиться. Как мы и говорили, полноценный байраунд от Black Dragons. Есть снайперская винтовка у Янгер. Мы знаем, как... Точнее, мы уже видели в начале этой игры, как она может из нее стрелять, но нет, не в этом раунде. Зана находит для себя довольно легкий энтрифраг. Да, Янгер, конечно, безусловно, героиня всех шести раундов, которые Black Dragons выиграли, но что будет дальше? 3 в 5 на минуте 16. Остаются Джули, Нани и Годос. Ну, решили здесь вдвоем угадывать D7, собирает Годос. Ну да, как-то вначале сами подставились. Девочки из Black Dragons. Так, ну вдвоем остаются Най, мы видим, что беги собираются заходить именно сюда. Конечно, не факт, что... Нани уже в соло справится со всеми, она дает 2 минуса. Ой-ой-ой! Минус D7, но нет, Зана ставит точку в этом раунде. Ну, неплохо. 3 фрага есть. Чётко, довольно уверенных. Чётко. Если бы еще тиммейтка дала там хотя бы 1 минус, то, возможно, мы бы с вами увидели взятое 2 в 5. Вот так вот, уже на сейве практически. Но имеем, что имеем. 6-4. Беги набирают обороты и сейчас потенциально могут забирать для себя пятый. Диглуем у Black Dragons. Все мы их прекрасно видим. Ага, у нас поджим радио. Джули тут никого не находит. Неподалеку Эйда и Эйди. Беги такой, дефолтный. Uh-huh. Разыгрывают, убирают информацию. Эй, да здесь совсем далеко стоит. Так, Янгер. Найс шот. Не, Янгер это просто next level. Меня, не знаю, сбивает с толку, что в украинском языке есть феминитив к слову игрок, а в русском нет. Типа гравчиня. Игрокиня это. Игрокиня. Игрокиня, но это как-то... Это не очень, да, звучит не как-то. Очень. Так, Янгер. Все в тело залетает. Ай-яй-яй, вот бы две головы повесить. Там уже и раунд перевернулся бы. Ну, возможно, Годес перевернет. Позиция хорошая, на самом деле. Довольно близкая. Янгер затыкала Зану. Да ладно. 5 в 3, беги, как будто собираются залить то, что не заливается. Посмотрите на таймер, 25 секунд, ничего, кроме секрета у девчонок не занято. А тут две позиции здесь... на бэй еще. Да, да. Проверят ли их, вот в чем вопрос, Эдди.
погибает, Дженни на размене. 2 в 2. Диджуле, ну, просто нужно жить. Просто жить. Уф, все, раунд выигран. Да ладно, как это заливается? Это жесть. Ну, это, конечно, не сравнится с тем, что мы видели на первой карте. Ну да, да. В исполнении Mind Freak, где девчонки просто 2 фрага по своим дали на экономическом, тоже помогли своим соперницам. Но здесь беги, да, перемудрили, что-то не договорились. Не совсем поняли, в каком направлении им стоит двигаться, и в итоге не угадали. В любом случае, экономика есть. Что у одной, что у второй команды. Кстати, появляется снайперская винтовка вторая в руках Джули. Интересно, где она ее собирается реализовать? На рампе. Вот так вот. Так, ну угодно с позиции в секрете. Где находится Янгер? Ага, Янгер то ли на девятке, то ли под девяткой. Это не так принципиально. Она смотрит улицу. С этим все ясно. Джулия. Я, по-моему, заново забайтила на выстрел. Ну и главное не пасть духом Квипе после того, что они проиграли в предыдущем раунде, потому что такое может случиться. Ну, до такого лучше не доводить. В любом случае, 7-4 вполне себе неплохой счет. Когда вы играете за атаку, есть шанс взять пятый, даже шестой. Так, Джули здесь опять промахнулась, судя по всему. Я тут выгоняют, и Эдди находит Янгер. Минус один снайпер. Команда Black Dragons. Джули, 5 сейчас в маке. Ой. Могла бы сейчас слабить зад. Прятаться и дальше. Но. Хорошо. Хорошо. Живем, живем. Дым-то скоро рассеется. Вот буквально прямо сейчас. Ну, тут Джули открылась не самым лучшим образом. 3 в 3 ситуация. Опять 25 секунд. И опять на Б. Два игрока. Так, Д7 поднимается на девятку. Здесь заметила Нань. А, это была бомба. Они бомбу в соло отправили. Здесь Аида на размене дает 2 минуса. И бомба в итоге будет установлена. Слышали Годдесс. Все, здесь 20 хп у нее остается. Аида сейчас должна сыграть свои тиммейты. Нет, соло просто выходит с префайра, забирает. И это пятый раунд для бегов. Серьезно, серьезно. Ну и ресет экономики, как мы понимаем, у Black Dragons. Денег хватает только на какие-то диглы или пешечки, или что-то в этом духе. МПшка у Динья. Ну, тут игра будет, по крайней мере, первая половина. Ладно, первая половина точно будет близкая, потому что тут уже можно спрогнозировать. Счет 7-6. Ну и опять, по-моему, это уже третий раз агрессия на радио. И к ней уже должны быть просто готовы. Лобби просто отжали. Окей. Это хорошо, но 4 в 5 ситуация для защиты. Беги, все так же, никуда не торопятся. Играют очень размеренно. Медленный Counter-Strike. Так, раскидочка улицы. И, судя по всему, на этот раз уже не фейк. А действительно, сюда будут заходить игроки. Дженни вместе с D7 распикивают все углы. Нет, дальше не пошли. Просто решили остаться. Ну, не знаю, как-то чересчур аккуратно они играют против пистолетов. Собственно, за это они поплатились в прошлом экономическом. И сейчас опять повтор той же ситуации. Так, ну занимают секрет. Проходят сюда. Здесь 2 игрока. Фармилка и... Диня дает первый минус года с второй. Ну ладно, по крайней мере, есть информация. Здесь просто на инфу запускали 2 секрета. Аида выходит на А, дает первый фраг. Угу. По девятке нету понимания, но Джули... 8 хп остается у нее. Там могло у Джули еще залетать. Годдесс. А куда же мы смотрим? Куда мы смотрим? Боже, второй экономический подряд забирает Black Dragons. Второй очень экономический сильно подряд. Ну, здесь опять же скорее беги, просто вот дарит. Дарит 2 раунда. Иначе это никак не назвать.
Возможно, тоже мандраж какой-то у них присутствует. Все-таки первый раз девчонки на довольно крупной сцене. На лан-турнире. Ну да, да. Что, два? С другой стороны, Black Dragons тоже не особо опытная команда. Ну, в общем-то, посмотрим. Посмотрим, чем это все закончится. Так, неплохая хаешечка, кстати, по Дине прилетает на минус 50 хп. И Беги также особо не торопится, ожидают каких-то агрессивных выпадов от Black Dragons. Так, ну а Black Dragons, кстати, пока ничего на карте активного не происходит. Одна игра на нюке против Фурии. И она была проиграна со счетом 3-16. Угу. Вот так. Ну. То есть Black Dragons тоже, девочки, не то чтобы доминирующие в своем регионе. Ну, мы видим, что, по крайней мере, к этому турниру они подготовились неплохо. 8-5, есть все шансы на взятие 9-го, учитывая, что гранату в атаке уже нет. D7 выходит, дает минус по Дине, Нани на размене. D7 и Джейн идут. Шикарные фраги, ну... Просто без гранат, без ничего. Просто вот, пользуются тем преимуществом по пространству на карте, которое им Black Dragons дают. Выходят, вешают хедшоты, и все. Ну, больше ничего не нужно. Джули сейвит. Да, да, как мы видим. 6-й раунд для Биг. Уже хороший результат, как для Т-сайда. Ну, дальше защита, дальше больше. Тут уже вопросы, конечно, к девочкам из Бразилии. Насколько у них подготовлена атака на нюке. Ну, засявили два авика. Black Dragon все-таки. И можно забирать 9-й. Ну, посмотрим, заберут или нет. Посмотрим. Смотрим. Ну, непонятно, какая там будет атака у Black Dragons. Ты говоришь, они проиграли 3-16 Фурии, да? Угу. Угу. Ну, мне кажется, атака там... А за какую сторону они начинали? Они начинали в атаке, и в атаке как раз взяли 3 раунда. Ну. Интересно. Ну, судя по результатам, Фурия действительно на полголовы выше uh-huh. всех остальных коллективов в южноамериканском регионе. Так что, в принципе, неудивительно. Так, D7, минус Нани. Сколько она уже энтрифрагов дала в этой игре? Много, много. Не знаю, Юнгер очень круто начинала, но ее немножко... приостановили тут, очевидно. Ну все, ну тут просто все. Опять остается Джулия Юнгер. Беги начали играть более агрессивно, стали меньше зажиматься, и, как мы видим, у них начало получаться. Так. НТ, что тут сказать. В итоге 8-7. Очень близкий счет, как мы, в общем-то, и говорили, несмотря на то, что начиналось все с 6-0 для Black Dragons. Девочки из коллектива Биг сумели реабилитироваться. Так, ну у нас небольшая трехминутная пауза, и мы возвращаемся со второй половиной. Stay when I can't breathe.
There must be more for me. Been here before, I'm locking the door. Hide away the key. This hopelessness is hard to swallow. Your heart of glass, empty and hollow. You're so Так, так, так. 8-7. Итог первой половины. Все еще в пользу Black Dragons, но стоит отметить, что они изначально вели со счетом 6-0. И там нам казалось в какой-то момент, что Юнгер всех разнесет. И действительно, у него очень крутая статистика. В чате пишут, что 7 для Big это уже слишком много. Ну, посмотрим. Против Фурии Black Dragons смогли взять 3 раунда. Но против Фурии женского состава, не основного. Как бы против основного это было бы прям даже неплохо, наверное. Да, да. Ну да, 7 раундов в атаке это... Это, в принципе, более чем достаточно. Можно позволить себе пистолетку проиграть в второй половине. Конечно. Посмотрим. Здесь уже все зависит от Black Dragons. Насколько хорошо подготовленную атаку они нам смогут продемонстрировать. К сожалению, информации мало на HLTV, да и в целом на других сайтах. Поэтому какие-то выводы по качеству атаки коллектива Black Dragons мы делать не можем. Но надеемся, что, по крайней мере, нас с вами ожидает красивая игра во второй половине. Ну,
Ты посмотри на бай. Посмотри на бай эквипы. Ага. А куда пропали еще одни долбереты? А чего? Почему? Нормально. С тремя долберетами вообще шикарно. Так, Black Dragons. Особо не ждут. Влетают на рампу. Аида здесь дает два легких минуса. Годес выходит на чистый флэн тем временем. Так, ну... Что-то странное здесь происходит на пистолетном раунде. Мы видим, что Black Dragons входят обратно. Юнгер забирает Зану. Ну и да, бомба будет установлена на... А, здесь девятка! Девятка уже прошла. Десенда. Первый минус очень нужен был второй, но Годес ее разменивает. В итоге ситуация 2 в 2. Так, ну киты есть. Нет разве что армора у Эйди. Ну, у Годес тоже нет армора, поэтому тут ситуация 50-50. Джейни делает килл, но и Наня тут не забравать. 8-8, бомба дефузится. НТ, конечно, Black Dragons, возможно, повезет на форсе, если они станут его делать. Да, здесь тайминги сложились в сторону бегов. Ой-ой-ой, проигранная пистолеточка, это неприятно, но... Судя по всему, форса мы с вами не увидим. Black Dragons закупают. Так, дигл, пешка, флешка, хаешка. Ну, потенциально девятый, кстати, тайм-аут берется. Угу. Тактический тайм-аут после взятой пистолетки. Интересно. О чем там говорят, интересно, сейчас BIG? Как не залить экономически? Наверное. Они до этого. Ну, а может быть, там в первом плане два раза сделали. Нет, там пистолетики. Два. Ну, на самом деле, неплохой арсенал гранат у Black Dragons. Посмотрим. Куда они пойдут. Так, уже здесь проходишь неплохо на ней Джули. И мы видим, что это просто дефолтный врыв на апленд. Джули дает два минуса. Три минуса, да ладно? Понятно, Юнгер, да. Минус Аида, Дженни. Остается одна. Не, МК наиграет из мейна. Информация по ней есть, но... Ну это же Эко. Ну, девочки, ну... Два семь хп. Здесь слишком хорошая позиция уже в атаке. И все плохо. Дженни выходит все же из скрипа. Зачекивает плент, но не догадывается о Годес. Вау! Что творят эти бразильские девчонки с этими экономическими раундами? Почему нельзя так на баях? Спрашивается. Я не знаю, причем еще... и Квипа 2 эко уже успели забрать. А не, это Black Dragons 3 эко подряд. Да, забирают, да, да. Да, да, да. Это талант. Это действительно талант. Причем взяли тактическую паузу. Ну, непонятно, о чем там говорили. Да, unlucky. Что сказать? У Юнгер появляется авик в руках. Три рифла. Фармилка у Дини. Ну и беги, в свою очередь, также делает форсецкий. И причем жалко, что нам по камерам не показывают. Там втроем они находятся возле девятки, что ли? Да, походу, да. 3-9. Ага. Вот так вот, стакулиться, можно сказать. Ну, интересно, какая-то посмотрим, ловушка. Работает ли. Black Dragons, мы видим, не идут в эту западню и решили повторить предыдущий раунд, просто выйти под минимальную раскидочку на плент. Он оказался абсолютно пустым, бомба установлена, ну и потенциально это 10-й раунд. Здесь не знаю, насколько есть смысл Пипе ретейкать. Нужно попытаться подловить кого-то, забрать калашек.
Было бы очень-очень приятно, но особого смысла играть в ретейк нет, учитывая то, что нету китов. Ну, лучше засейвить, на самом деле, в пятером на следующий раунд, который будет экономическим. Вот так вот, выход на 11-8 потенциальный для Black Dragons. Несмотря на то, что проиграли пистолетку, очень уверенный старт в второй половине. Здесь уже забегов страшно. На самом деле, хотя у этих девочек защита хорошая, но пока что мы этого с вами не увидим. Нужно ждать один раунд. Потенциально выход на 11 для Black Dragons. Посмотрим. Дженни со скаутом. На улице она, конечно, пока что себя не показывала так круто, как это делала Юнгер. Но все возможно. Все возможно. Даже со скаутом. Тем более вон Обратите Годдес. Внимание, да, на Годдес, которая на минуте 30 уже зашла в мейн. Ее здесь совершенно не ждали. Она дает минус по Зане. Ну и опять вышли Black Dragons на совершенно пустой А-плент. Ну и так вот 4-5. Здесь уже сейвить особо нет смысла, но не факт, что получится ретейкнуть. Смок мейн обновляется. Здесь сразу что под флешку какую-то прорваться. Смотрим, что будет делать экипа. Ну, флешек много. Эквип и Годдес видят. Видит Эйди. Видит Дженни. Ну и D7 последняя. Тут все четко. 11-8. Black Dragons. Сейвит эмку себе Годдес. Ну и появляется... Ага, два Фамаса и три эмки. Ну, такой себе бай. Угу. Я бы сказала, что очень печально это выглядит, но... Вот здесь бы тактическую паузу взять и поговорить, возможно. Как-то интересный сетапчик сделать. Посмотрим. Black Dragons, в свою очередь, по экономике все великолепно. 9700, Годдес. 5600, 6000. Полетели смоки на улицу. Ну, как-то, не знаю, атака у Black Dragons вот чисто визуально пока что выглядит поживее, чем у бегов. Ну, там еще байраунды не смотрели. Ну, да. Ну, вот сейчас байраунд, как бы, и вот Годдес в прошлом раунде просто пошла на минуте 30 соло, улицу распикала, беги, сидели там до минуты. Кроссфайером аккуратно, под кучу гранат распикивали против пистолетов, и все равно умудрялись сливать. Black Dragons как-то более уверенно пока что выглядят. Посмотрим, изменится ли что-нибудь. Эйда. Шикарный хедшот. Так. Янгер с авиком. Пыталась и пикнуть. Дженни также забирает Годдес. Ну, вот и первая проблема для Black Dragons. Да-да. Пока что никого не потеряли. BIG. Так, перестроилась команда атаки у нас на улицу. Динья. Пробегает за красный. Ну, с другой стороны, бегов вся информация нужна есть. 25 секунд на таймере, в мейн уже вряд ли будут заходить. И так, есть понимание полное, что это выход именно под базу Б. Здесь уже 4 игрока защиты находятся. Ну, удачи выйти, что сказать. Это выход в никуда просто. Вот, тут еще АВП принесли. Да, если бы засейвили, мне кажется, больше смысла было бы, несмотря на то, что денег много. Ну ладно, первый раунд есть. Это хорошо. Говорила я про живую атаку Black Dragons, но здесь немножко переборщили с вот этими соло-пиками. Типичный бразильский Counter-Strike, можно сказать. Думаю... Мы в атаке этого понаблюдаем еще немало. Так, Дженни. Ну, самое время понашивать смоки. Так, здесь четвером и не топают, а Дженни просто ну, зависла.
Ладно. Ну, дала информацию. По крайней мере, здесь зонят смачком D7 своих соперников. Ну окей, вчетвером заняли секрет. Пятером даже. Просто пятером они здесь находятся. Что делать дальше? Минута 20 на таймере. Так, D7. Ага, все, заметила молик. Ну, самое время кинуть и свой. На самом деле оборона на Б у BIG крутая. Тут мы видим, стоит D7. Приходит Эйда. Но хотел я сказать, но Дженьер расставил все точки над И. Динья и Джулия остаются 2 в 4. Есть первый килл, но возможно, он станет последним. Динья 12П. Бомба, скорее всего, будет установлена. Так, Эйда дает 2 минуса. Ну, все. Слишком очевидно, в этом моменте сыграли Black Dragons, заняли секрет, пошли контактом мейн. За это наказали. Беги. Четко отыграли этот раунд. 11-10. Набирают обороты. И экономика. Так, бомба стояла. Экономика будет у атаки, судя по всему. Но если сейчас забирают 11-й, беги, то там уже, возможно, все будет очень неприятно для атаки. Для девочек из Black Dragons. Да, вот он, последний бай. Три калаша, Галил, МАК-10 у Джули. Ну что, опять что-то фастовое сейчас покажу девчонке? Или нет? Пятером тусуются под лобби. Не похоже на что-то фастовое. Ну, такое, типа фастовое. Или переждать первый тайминг и выйти пятером. Там, под смок и флеш. Бразильский Counter-Strike. Такое любят. Так, ну, мой предикт пока что сбывается или нет? Так, Нани... Ага, раскидали Ай, вышли в итоге под рампу. Нани оформляет энтри, но Зана здесь шикарные два разменчика дает. Отходит обратно. Ну, в большинстве сейчас беги находятся. Находились, пока Годос да. Не нашла D7. Чуть менее минуты на таймере. Иди... Ой, не открывайся под секрет, ради бога. Минус Эйди, ладно. На пленте пусто. Зана здесь слышали, Зана врывается, она не видит препятствий, но сгорает, к сожалению. И Дженни, кстати, отсюда должны были слышать, по идее, тоже. Вдвоем в пленте находятся игроки Black Dragons. Здесь по пульке чисто 2 хэдшота. Но не, не. Оставляю Дине 10 хп. И все-таки Black Dragons не дают бегам сравнять счет 12-10 в их пользу. И, судя по всему, это выход на экономический для девочек из Португалии. Сейчас нам деньги покажут. Да? Ага. 1400 до 7. Так, лосбонус тоже нет. Могли, в принципе, запарсить, рискнуть. Будут опять следующий раунд играть с не самыми хорошими оружиями. Так, ну тут уже на самом деле 13-м попахивает для Black Dragons. Ну как не попахивает, это там уже прям почти 100%. Так, Джули нашла здесь Годдес, но нет. Не дает этот минус. Джули также отвечает по Эйди. Ну что здесь из пыль сделает Зана? Две тычки в голову по году, сможет калашек для себя забрать. Про Джули знала, но... Юсп, что тут поделать? Нани, минус Аида, D7. Последняя опорница Апленда. Видит ножки! Попадает по голове, Нани не хватило усилий. 13-10, потеряли лишь одного игрока. Ну, все здесь для Black Dragon на самом деле выглядит шикарно, учитывая то, что... У бегов две фармилки, там, скорее всего, три эмки будет. Ну и отдают 14-й, и там уже будет крайне тяжело камбэкнуть на допы. Да.
Ну, я не помню ни одного прям нормального бая от BIG. Вспомни, первый бай там было 2 Фамоса. Ну, окей, да, они потом его выиграли, взяли себе девайсы. И вот у нас еще один бай от BIG и 2 М-ки. Всего лишь. Так, Янгер. Бустик. Но никого тут не увидит, к сожалению. Такая интересная вариативная атака. Dragon, Саида под это все дело. Никакого шума не было. Она просто взяла и запушила лобби. Но здесь должны, по идее, питать ее. Так, Динья. That means по Эдди. Здесь вопрос в том, зачитают ли Аиду, если будут идти в лобби. Пока что просто стоит Black Dragon. Раскидка на улицу пошла, но мы видим, что они возвращаются. Здесь засада. Засада неплохая. Зал надо два минуса. Ай-яй-яй. Открывается с гранатой, но супер. Аида! Да, здесь просто шикарно супер разыграли. Да, да, да. Тяжело, Black Dragon переждали. Пересидели. С этими бустами. Кого-то не увидели, и вот этот тайминг уже их соперницы пропушили. Ну, хорошо. Тоже забегов пока что не боимся. Экономического сейчас мы не увидим на 14 раунде. Так, тактическая пауза. Третья. От бегов. Так, интересно, что там по экономике, ага. Last buy для Black Dragons. Сейчас, если я эквип беру 12, там, вероятнее всего, будет и 13. Если они, конечно, опять не проиграют экономический раунд. Так что все выглядит неоднозначно. Годдесс врывается, плюс В, в соло, с Тэкнайном, в секрет, вообще... Ни разу шифт не нажал, но она под МК Марта училась играть, ну не знаю. Конечно. Минута 30, она уже на Б-планте. Да, это стиль арта, однозначно так. Ну, здесь стягивают просто на себе внимание. Ожидают Black Dragons под это все какой-то реакции от бегов, но мы видим, что ее нету. Все так же стоят беги закрыто. Никак не батится. Бэплэнд играется в отдачу. Так, 7. Получает. Годдесс. Боже, даблкил из так 9 от нее. Джули один минус свой дает. И Эйда последняя. Ну, не получается у Бейджа. Я не знаю, я... На хайпе такой сидел, в чате писали, ты рассказывала, что BIG камбэчная команда. А тут, ну, не получается камбэч, я не знаю. Да, как-то не свою игру они показывают. Не могут девчонки собраться, но как итог 14-11, что тут уже собираться. 2 раунда остается Black Dragons до победы в первом Best of 1 на ESL Impact'е. Ну вот экономически отдают беги 15-й, и там уже нужно будет брать 4 раунда для того, чтобы камбэкнуть, тащить все до овертайма. Врывается в лобби, здесь фарм для Дини должен быть. Не, забирает только одну Эйди. Но Годдесс уже ворвалась на Б-плент. Здесь закрыто для бегов. Ой-ой-ой. Немножко проспала. Дженни. Неплохой хэдшот по Джули. Годдесс отвечает. Но нет, слишком много игроков атаки на Б-планте. D7 в итоге остается в соло. Армора у нее нет. Есть мод 10-й. Забирает красную Годдесс. Но здесь уже вряд ли дадут здесь играть. Хотя, подождите!
Да ладно, она берет этот плащ! Ну ты как? Что это происходит? А зачем бомбу так открыто ставить? А куда снайпер смотрела? Что вообще происходило в этот момент у команды Black Dragons? Да ладно, беги, забирают полный экономический. Наконец-то они ответили. Наконец-то. За те три, которые они проиграли. Это нонсенс, честно говоря. Там даже армора не было, даже первого. И она даже не шифтила, она уже шла просто на верную смерть. Пофармить побольше смог 10-го. Угу. Да. Пофармил. 2 кабай в исполнении Black Dragons в итоге. Здесь как бы беги не залили, мы знаем, что они любят такое заливать. Аида здесь непонятно куда в дым полетела, отдала преимущество 4 в 4. Так, ну там теки. 2 армора всего лишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Эйди, ну хотела сыграть грамотно. И в принципе она играла грамотно, но не учла позицию Юнгер. Флэш. 7. Да ладно, неужели они это зальют? Ну слушай. Ну это ж просто невозможно. Ради чего мы здесь сегодня собрались? Сейчас еще клатч 1 в 2. Красивого Counter-Strike, но... Нет. Нет. Годес, давай, немножко не взлетай. Без глока все-таки добирает. Это 15-й раунд. Боже, что творится в этой игре? Я не знаю, против бегов, ну... Просто все, все на этой карте против них. Байраунды без проблем забирают, а против экономических, ну, никак не могут собраться. Это, конечно, интересно. И ладно, если бы, знаешь, там один, ну, два раза за игру. Но здесь мы видим это уже четвертый раз. Четвертый раз в Black Dragons, пятый раз за карту. По статистике, там, если 28 сыгранных раундов округлить до 30... Нет, там 27 сыгранных. Округляем до 30, получается, каждый шестой раунд одна из команд выигрывает экономически. Неплохо. Угу. Так, Black Dragons врываются. Статистика секрет. Может немножко измениться сейчас. Это 7! Так, сейчас там еще калашек будет. Ну, давайте. Тут Зана просто прощает Годдесс. Джули находит... Размен по Т7, какой-никакой, все-таки ее угомонили. Дженни попыталась забрать калашек, но ей не дали этого сделать. 3 в 3. Изначально все смотрелось неплохо, если бы еще сумели забрать 2 девайса, то ну, да, вот, да. Там уже похороночка. Здесь уже преимущество у атаки довольно неплохое. У Эдди неплохая позиция, но ее, по идее, должны здесь считать. Да, так и происходит. Бомба установлена, но ретейк 3 в 3. Киты есть у Заны, кстати. Но уже 2 в 3. Смок нужно пережидать. И дальше демонстрировать чудеса стрельбы. Так, Зана демонстрирует. Неплохо. Здесь кроссфайр, здесь кроссфайр очень классный. И даже второй игрок не понадобился. Янгер делает это и забирает. Своей команды. О, какие эмоции. Первый матч. Переиграть серьезную команду из Европы, это... Ну, это да, неплохо. Да. Это очень неплохо. Так что мы здесь поздравляем Black Dragons. Они эту победу явно заслужили. Супер. Супер матч, на самом деле.